Хей, я с вами как всегда Миша, сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Смотрите, вроде обычный верстак вот там стоит. Смотрите, делаем вот так вот, и он выдвигается. Вот так вот делаем, и он раздвигается. Теперь смотрите, я вам покажу вот эту вот схему. И сегодня я вас научу делать так же. Вот тут я тренировался, все делал так же. И смотрите, давайте просто начнем все делать. Ну, давайте вот тут, ну, много места. Теперь смотрите, нам понадобятся дубовые доски. Нам понадобится липкий поршень. И еще нам понадобится редстоун, компаратор. Давайте возьмем еще... так, где оно у нас? Нотный блок нам надо, блин, где он? Вот тут. Вот, смотрите. И, конечно же, возьмем факелы. Все, этого всего нам достаточно. По-моему. Ну, давайте посмотрим. Так, все. Ну да, вроде все. Кровать это уже для декорации. Просто смотрите, давайте начнем вот тут. Вот тут вот примерно. И смотрите, делаем вот так вот. Просто вот так вот. Любую стену, только желательно, ну, 8. Ну, короче, долгую стену такую делаем. Я сейчас покажу, какая у меня. Вот такую вы и сделаете. Вот, смотрите, у меня она будет, сейчас скажу, так, у меня она 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 в ширину и в высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в высоту 6, 7 в ширину, в высоту 6. Теперь смотрите, делаем вот так вот, отступаем один блок, ставим липкий поршень, ставим вот сюда верстак. Теперь ставим вот сюда сундук, печку, и можно больше ничего не ставить. Только нам, я забыл, нам понадобится рамка. Блин, где она? Рамка. И факел уберем и возьмем меч, алмазный меч. Ой, так, смотрите, теперь ставим вот сюда, вот так вот делаем, и ставим вот сюда алмазный меч. Просто вот так вот ставим, и смотрите. Где он у нас? Он у нас, да, вот тут. Вот. Теперь вот так вот делаем. Вот сюда, сюда, сюда. Ага, ну значит все правильно. Ставим два блока. Теперь делаем вот так вот. Сюда ставим. Сюда, 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 сюда и сюда. Только вот на него именно не ставим. Смотрите, теперь делаем вот так вот. Ставим сюда компаратор. Он у нас зажегся. И теперь, смотрите, делаем вот так вот. Еще зажигаем вот эту вот кнопочку. Вот, смотрите. Раз, и она зажглась. Все у нас готово. Теперь, смотрите, делаем вот так вот. Он у нас задвинулся. Теперь, смотрите, делаем вот так. И он раздвинулся. И тут вообще можно делать просто все, что захочет. И алмазы прятать, и вообще все, что можно только прятать. И шахту сделать, и вообще все, что хочешь. Теперь смотрите. Нужно желательно, чтобы никто не заметил, вот это вот все закрыть дубовыми досками, как я и сделаю. Потому что, ну, все же заметят и поймут, что тут происходит вообще. Так же не делается. Ну, я уже не буду закрывать, но нужно закрыть его так вот. Ну, у кого, например, там досок не хватит, то можно сделать просто вот, вот так вот. Хотя бы, чтобы, ну, можно было не подпрыгивать. Но я сделаю вот, вот так вот, и вот сюда, и вот так вот. И желательно вот тут тоже закрыть. Только все нужно как-то замаскировать. И вот тут заделать все бедроком. Это желательно. Ну, хотя можно и просто каким-то обсидианом там. Ну, в выживании невозможно добыть бедрок. И в креативе невозможно. Ну, короче, в креативе его просто возможно взять. Теперь смотрите. Берем. Я еще один лайфхак хочу показать. Многие думают, что это работает так. Но это, я думаю, не работает. Ну, вот берем землю. Ну, то есть дерн или землю. И подсолнух. Подсолнух. Так, это тот подсолнух, то, что нам надо. Да, это тот подсолнух, то, что нам надо. И берем любой коврик, только желательно серый. Но я думаю, это так не получится, потому что все такие, это получится, а нет, не получится. Теперь, смотрите, делаем, ну, хотя я так думаю, может, и реально получится. Смотрите, делаем вот так вот.
и подсаживаем тут все просто под солнышками. Все, вот так вот все. Вот, вот сюда подсунул, вот сюда, и ставим коврики. Коврик сюда, и смотрите, это не работает так. Вот, мы делаем вот так вот, и коврик падает. А в результате говорили все, что нужно сделать типа так, чтобы они не падали, и все было вот так вот. А я вам сейчас покажу свой лайфхак. Это вот такой вот лайфхак, прям вот лайфхачный, вот такие вот лайфхак. Так, смотрите, давайте поставим вот так вот сюда и вырастим еще один. Теперь смотрите, делаем вот так вот, сюда, сюда. Я думаю, что это реально не получится вот так вот сделать, потому что, ну, да. Теперь, ну, нету гарантии, что получится. Вот. Хотя, может, и если бы я играл не на снапшоте, может бы и получилось. Но я вам сейчас покажу свой лайфхак. Лайфхак. Берем паутину. Или да, нет, нить, даже нить. Нить. Берем коврик. И все. Больше нам ничего не надо. Любой ковер просто. Это работает с любым ковером. Вот так вот. Просто всю паутину вот так вот. Так вот, так вот все. Просто паутину тут застраиваем. Так. Короче, смотрите. Вот. Просто вот так вот можно. Вот. Смотрите. Вот просто вот такой вот ковер. Тут можно вот просто вот так вот сделал. Вот так вот поставил. Вот так вот сделал. Вот так вот поставил. И просто бесконечно хоть можно так делать. И вот это вот все вообще можно убрать. Я перепутал. Вот это вот вообще можно все убрать. Только нужно оставить вот это вот. Вот, все. И он вообще держится. Хоть мы и вот так вот будем на него прыгать, хоть с вот такой вот высоты. И он все равно держится. Вот просто потому, что тут есть паутина. И больше ничего не нужно. Ничего не нужно. Ну и все. Ну и на этом мои лайфхаки кончились. Ну и всем пока. Пока. А что вы не уходите? Вы что? Вы что? Вы должны уходить. Вот что вы не уходите? Объясните мне, пожалуйста, вот чего вы не уходите? Я же вас попросил уйти, а вы не уходите. Я вот тут вообще сейчас все сломаю, у вас, а тут не будет ничего работать. Вот, все. Ничего не работает тут, все. Тут не будет больше Майнкрафта, все, тут даже меня не будет. Вот, все, я вот так делаю, и все, тут больше, вот, все. Ничего тут больше не будет. Я могу еще раз зайти. Тут ничего больше не будет. Вот что вы не уходите? Вот вы ж сами напросились. Я вот тут больше лайфхаков не будет. Не будет такого. Вот давайте, вы сейчас уходите. И если вы уйдете, то еще лайфхаки будут. Если не уйдете, то лайфхаков больше не будет. Честно говорю, вообще не будет просто никогда. Никогда. Во, молодцы. Вот так будет сразу. Ушли. Вот, все, молодцы. Всем пока.